Приветствую, друзья. Ну, интересно получилось видео. Это почему я это показываю? Потому что если я поем шоколад, у меня обязательно везде появится вот эта вот сахарная аллергия. Я об этом сказал своему новому другу Евгению Каплуну, который занимается диетологией, но уже и математик, он вообще интеллект большой. И у него своя философия. И он говорит: шоколад любите, да? Я говорю: да, очень люблю, но вот мне специально из Германии присылали, где вообще сахара нету. Потом я говорю, его ем, опять появляется вот это все, не могу понять, что такое. И он говорит: слушайте, я, говорит, вам задам несколько вопросов, я вам дам совет, какой шоколад надо есть, сколько хотите, столько ешьте. Я говорю: как это так? Он говорит: ну да, все зависит от того, что человек должен полноценно питаться. Не ограничивать себя в чем-то, он говорит, а именно полноценно питаться, делать то, что он хочет, но при этом просто понимать, что он делает. Да не может быть, то, что я хочу, я могу делать, и при этом мне за это ничто не будет. Так это же счастье и есть. А теперь рождественские праздники, там, то есть, в общем, представляете. Короче говоря, задал мне несколько вопросов. Потом показал мне шоколад. У меня был такой шоколад. 100% бобовый шоколад горький. И он говорит: вот всю плитку съешьте, это вам подойдет. Именно вам подойдет, потому что я вам задал вопросы, и вы на них ответили. Я понял, что вам можно есть этот шоколад, а другой нельзя. Короче говоря, я его умял. И вот... 2 суток прошло, ничего нету. Я думаю, боже ты мой, а я все время терпел, я все время себя ограничивал в любимом шоколаде. Ну что ж теперь делать? Поэтому я хочу еще раз одно видео сделать с Евгением Каплуном, задать ему еще какие-то вопросы. Может быть, мне он и позволит, когда я отвечу на эти вопросы. Еще есть то, что я бы хотел есть, но не ем, потому что, ну, нельзя мне это есть. Да, но знаю я, что он занимается тем, что он дает советы, как людям сбросить лишний вес. И много чем еще занимается, но вот это вот очень важно. Потому что есть люди, которые любят сладко, они как с этого слезть не могут. А я очень рад. Еще раз повторюсь, эта формула просто прекрасная. Можно есть все, что ты хочешь, и за это тебе ничего не будет. Вот это очень интересно, правда? Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. До встречи.